Ну что же, ребята, настал тот день, когда я снова зашел в Warface. Да, я не заходил в него уже, наверное, год, полтора или даже два. И за это время здесь много чего поменялось, хотел сказать. Вот. Во-первых, какие-то донатские камуфляжи всякие тут, вы видите. Ну, вы знаете, наверное. Я хочу себе такую розовенькую штучку. Так, что еще? Какие-то шлемы непонятные. В общем, все тут изменилось. Появился какой-то полигон другой совершенно. Все. Я не узнаю. Все тут неузнаваемо стало. Теперь мне придется учиться заново. Да я шучу, конечно, я же не собираюсь в нее играть. Единственное, что я хочу сделать, так это попробовать оценить игру. Просто посмотреть, каковы изменения. Я думаю, можем музон послушать. Давайте посмотрим, что произойдет. Наверное, мишени будут двигаться, да, или что? А, ну не знаю, наверное. Эй, что такое? Ладно, забейте. Короче, значит, я хотел узнать, какова будет моя игра, какова будет моя реакция на то, что я не заходил в эту игру. Тут возвращение легенды, как это говорится, да. Ну, конечно, не легенды, но легенда, сам для себя легенда, да. Так, для начала можно поматериться в чат немного, всякую брехни написать. Так, это не то. Вот, давайте, прям вот так. Так, прям жестко, прям вот прям жестко, вот. Вот ни хрена почему-то ничего не отобразилось. Не знаю, ладно. Так, ПВЕ есть. Да, ПВЕ. Кстати, можно сгонять какую-то миссию. Но, скорее всего, меня кикнут на первой же секунде, потому что я не смогу. Потому что я поубиваю всех своих нафиг. И, наконец-то, нам нужно найти сначала. Так. Нам нужно найти командный бой. Зачем мне быстрая игра? Мне нужен стандарт. Давайте зайдем, знаете, куда? На ангар. На тот самый ангар, который изменили до неузнаваемости. Да, давайте присоединимся, посмотрим, что у нас здесь. Что у нас, может быть, здесь, может быть, здесь. Ну что же, ребята, пока мы находимся в комнате, я нашел какую-то штучку, да, на какую-то комнату. Я должен вернуться к своим девочкам, к своим деткам, можно сказать. Что это такое жетон доступа? Лучший склад. Так, внешность, наборы, внешность. Вот они, аврорки. Сколько лет я не передергивал на вас свой затвор. Наконец-то этот день настал. Мне уже надоело передергивать затвор, но теперь мне придется сделать это на вас. Ну что же, ребята, извините, но мне придется... Придется... Как можно уже говорить слово «придется»? Да, мне необходимо, мне нужно сейчас расчехлить все свои причиндалы и сделать это. Да, не получилось, у меня передернуть, какой-то идиот начал игру в тот самый эпичный момент. Фу, блин, я заговариваю сейчас, аж от волнения. Вот здесь какая-то сволочь сидит, на, получает, понимаешь? Ты просто, знаешь, ты не, как бы это выразить, ты не понимаешь, на кого ты нарвался. Вернулся скилл, который ставил... по три крушителя за одну минуту на каком-нибудь там убежище. Вот, отлично. Ах ты, сволочь, смотри, он не ваншотит. Почему я не могу... Блин, тупые патроны, их вообще тут нет, оказывается. Какого хрена вообще? Ну да, это же винтовка Мосина. Так, ладно, хорошо, давайте мы подобрали какую-то оранжевую пушку, и непонятно, по-моему, это АС. Тупая сволочь, посмотри, что он делает своего гребаного килтека. Ну ладно. Я думаю, для начала нужно просто убавить звук, точнее, наоборот, его поднять. И нам нужно продолжить, нам нужно как? Пробел возродится. Берем вепрь, он у нас, в принципе, уже есть. Так, собака, ты посмотри, какая... Ты какой хитрожопый сидит там, теребонит у себя. Ладно, спокойно. Для начала нужно просто... Блин, какого хрена я кинул гранату? Джей, это же кинуть грену, я забыл. КСГ это подобрать оружие. Ладно, давайте посмотрим, что это у нас в руках. Какая-то золотая пуля. На тебе, вот в очко ему прям засадил. Видали, как круто, да? Вот, золотая пушка у нас в руке. Она блестит. Она такая же классная, сексуальная. Ох ты, сволочь. Меня сбили с ног. Чё ты там встал? Помоги мне. Все, меня убили уже. А, ладно. Надо что-то делать. Но я не вижу смысла менять класс. Во-первых, игра уже скоро закупается. Собаки, сколько можно? Да ты су... Так, я спокойно, ребят. Я контролирую себя, свои эмоции. Да, ладно. Так, берем эту золотую пушечку. Да, такую же соблазнительную, как и я сам. А, блин, какая-то граната здесь прилетела.
козлина, посмотри, что он делает. Димка. Димка, я тебя запомнил. Или как его ник был, я что-то не понял. Какие-то там циферки еще. Килтек. Может быть, стоит подобрать. Ладно, зуб. Вот. Ладно, так. Бывает. 0-2. Что это значит? 0-2. Я, блин, ну это капец вообще. Фу, я никого не могу убить. Я никого не могу убить. Что мне делать, ребят, подскажите? Так, знаете, я думаю, надо взять снайпера, точно. Ну, во, винтовка, давай подберем ее. Берись, собака тупая. Фу, хорошо, что у меня шлем от слепы стоит. Давай, отлично, первый килл. Ну, не первый, но неважно. Свипря я кого не убил. Сволочь, это еще и лагает оно у меня, да? Капец какой-то происходит. Да убей ты его уже. Фу, кто меня там в жопу трахает? Почему у меня так кран трясется? Блин, это, наверное, от гранаты. Ладно, бывает. Так, что мы делаем дальше? Мы просираем дичайшим образом уже на 120. Нас жмут, я так понимаю, да. А были времена, когда я со слепой влетал на их респу и раскидывал всех с калаша, всех голов. На, еще тебе прям за... Ах ты, падла, ты посмотри, что он делает. Ладно, давайте подумаем. Может быть, стоит как-нибудь обойти этих уродов. Давайте с дигла его чпонькнем. Я же умею с дигла стрелять, давай. Ну, почти попал. Ах ты, блин, ну какого хрена? Да ё... Фу, я спокоен снова. Нормально, все хорошо. Ты корявый засранец. Что ты будешь делать? Бери вепрь, перезаряжай его. Я помню, дико рвал еще с Бинелли нового тактика. Помню, прям рвал. Просто вбегал на респу со слепой, делал 3 плы, 4 плы, 5 плы. И все плы, короче, делал. Берем пламегаситель, и раунд заканчивается. Ну что же, я думаю, нам стоит перейти на мясорубку. Ребят, я нахожусь в главном меню, и теперь у нас есть возможность выбрать класс, выбрать меню. В общем, я выбираю пригород, я выбираю инженера, и погнали. Погнали теребонить наших под, как это сказать, пригородных ребят. Все, погнали. Нет, мы еще не погнали. Блин, почему так звук громко? Мне, может быть, так кажется. Вот игра начинается. У нас была возможность походить по полигону. И прежде чем игра начнется, я хочу сказать вам очень важную вещь. Да, нельзя делать это против ветра. Я думал, сейчас игра красиво начнется, но нет. Нам придется ждать. Да, так. Может быть, сходите пока водички налить. Чувствую, у меня сейчас будет подгорать просто. И все-таки нужно на всякий случай, чтобы, не дай бог, какого-нибудь возгорания не было сильного. Может быть, воды налить, действительно. Так, ну тут вот ачивки, нашивки всякие. О, отлично, я думаю, мне в глазах потемнело, это экран, игра началась. Берем. Ну, какая пушка у меня? Мне вроде ППШ дали, а тут, видите, какая классная. Берем глушитель, и мы видим какой-то... Ни хрена, ты чё, офигел? Какого фига он мне... Как так? Он мне прям в голову с первой пули... А чё происходит? Я вообще не понимаю, подожди. Фу, так, берем, чё берем? Не знаю, что-нибудь берем. Надо рвать этих перцов, потому что они не понимают, с кем они связались. Мой ник раньше гулял по серверам вместе с ним гуляли легенды об моем персонаже и говорили: вы знаете, кто такой Игорь ЭЭЭ? Они такие: нет, не знаем. А я такой, и я тут такой захожу, они такие все: вау, капец. Ну, вроде как-то так. Да, перелазим через эту оградку. Блин, одни читаки, сколько можно? Меня запалили, походу. Я никогда не любил это место, потому что мне проставляли хороший такой качан, как всегда. Вот сейчас я ему проставил, ну, пушка не сваншотила. Берем глушитель, сидим здесь, как крыса, и побежали, резко бежим. Давай, погнали. Да, блин, ну это капец какой-то, что происходит вообще? Ладно, спокойно. Главное, это спокойствие, потому что это собака. Ты посмотри, что делает. Я никого еще не... Нет, я одного все-таки убил, чувака. Ладно. Какие можно сделать выводы? Значит, играя... В принципе, играя на этой карте, я не вижу особых изменений. В самой карте нет никаких изменений вообще, по-моему. Блин, только всякие говню... Ладно, спокойно. Так.
Да это невозможно же. Ну так вот, всякие чувачки вот эти бегают, прыгают, которые не дают мне сделать фрага. Да, это же мясорубка, что вы от нее хотите? Вот, засадил ему прямо так, как броню. Блин, сюда кто-то... Ну да, конечно, сволочь такая. Но ты меня просто подловил, чувак, тебе просто повезло, я считаю, повезло. Кстати, вы слышите, когда нас убивают? А, нет, когда нас не убивают. А, нас всегда убивают, ладно. Значит, в основном я вижу какие-то оружия скиновые сейчас ввели, да? Также изменили интерфейс этого гребаного меню, потому что, да, его сильно изменили. Я вообще не знаю, зачем что-то менять, если и так все хорошо. Это невозможно же. У меня уже стул почти проплавился, потому что мне так горит. Да нет, на самом деле у меня не горит, потому что я не играю в эту игру. И первый раз в нее зашел уже. Давно не заходил. А горит у меня только тогда, когда... Ну и то я стараюсь сдерживаться. Только когда, как... тогда, когда мне дико не прет какой-нибудь собака. У него этот долбанный, обоссанный этот... ну, знаете, когда возрождаешься, там пару секунд, по-моему, дается тебе бессмертие. Ладно. Так вот, может подгорать, слегка подгорать, когда у тебя... Когда ты играешь в игру давно, ты уже знаешь все ее тонкости. И тут тебя просто раздраконивает в пухах. Прах, слышите, как бьется сердце, когда у нас ячейки здоровья убавляются? Это бьется мое сердце от волнения, потому что я влюблен в эту игру, да. Ладно. Чё? Ну ладно, бывает. Блин, развернулся, подкати мне хэд. О, это что, Азимов? Круто. АВП Азимов-то тоже есть или чё? А, блин, ну конечно. Почему здесь нельзя посмотреть, как он меня убил? Каким образом он это вообще сделал? Было бы, кстати, классно. Я вообще не понимаю, почему в этой игре нельзя... Вот это все... как бы... У меня была всегда эта загадка. И, видимо, разработчики что-то пытаются утаивать от нас. Слушайте... Да, детка, я понял, как стрелять. Вот как они убивают меня. Просто от бедра. Не надо ни хрена целиться. Офигеть. Смотрите, как я их начал... Просто... Ух, хлам. Опять мое сердце бьется просто до невозможности. Короче, что я хотел сказать про игру? Про то, что почему-то нельзя смотреть за кого-нибудь от первого лица, почему-то только от третьего. То есть камера сверху. Сволочь, он был мой, я его там чуть-чуть, надо было добить его. Так вот, я не знаю почему, но это так, действительно. Почему-то нельзя посмотреть, как тебя убили. Ну, мало того, нельзя посмотреть даже просто. Вот, допустим, остался какой-то чувак в команде в твоей. И вот последний раунд. Не обязательно последний раунд, просто последний игрок остался. Посмотреть, как он играет. Просто посмотреть от первого лица за него. Почему этого не могут сделать, я не знаю. Кроме того, многие заявляют, что тут кучу школьников, которые орут в чат. Или не орут, я не знаю, что они тут делают. Тут нет никакого чата вообще. Видите, никто еще ни разу ни слова не сказал в чат. Вы думаете, это я просто на удачный сервер зашел? Нифига подобного. Здесь вообще никогда никто не орет. Даже не пишут, если вы заметили. В конце раунда, да, в конце игры, там бывает зверский мат в чате. Ну, не мат. Так, я занял удачную позицию. И в ожидании, чтобы кого-нибудь отпежить прям в задницу, наконец-то. Кто-то подошел. Гранату, блин, я не перезарядился. Фу, хорошо, что у меня есть навык стрельбы, потому что потихоньку... Да, двоих, детка. Видали, как я их просто в пух и прах? Они, наверное, офигели полностью. У нас есть... А, нет, смотрите, у нас нету 4 минут, у нас уже скоро наберется нужное число фрагов. Это 300-ка, и это будет прямо уже сейчас. Да, к сожалению, да. Да, нежданчик. Вот видите, чат начинается всякие бум-бум в чат. Сколько раз я сказал слово чат? Ладно, наверное, на этом надо завершить и прохождение этой игры.